Я приветствую вас. Мы на канале Таро Angel Planet. Мы смотрим Таро прогноз на октябрь 2023 года для рыб. Смотрим, что у нас вышло. У нас вышла шестерка жезлов. Это очень хорошая социальная карта для рыб, как совет тут идет, что в принципе вы нашли свое место в жизни. Хорошие социальные связи. Это о свободе творчества, и для вас сейчас жизнь будет комфортна. Аминь, благословляю, пусть это будет так. Если вдруг этого нету в вашей жизни, и вы почувствуете, что что-то не то, то тогда вы будете стремиться к этому комфорту и как-то самореализовываться. По отношениям, может быть, чувств не особо много, но зато есть удача и успех, и социальная стабильность на самом высшем уровне находится. Если мы говорили про четверку жезлов, о столпах стабильности из-за костенелости, может быть, какой-то и слишком закрытого домашнего уюта, вы в данном случае как бы расширяетесь, да, расширяете свое пространство, ваше творчество, ваши творческие порывы будут проявляться в общении с людьми. То есть вы так сможете найти какой-либо подход к людям, ну, скажем так, творчески, да, необычно, что, в принципе, везде будет успех. Это довольно-таки благоприятно. Какой совет также могут дать вам жезлы? Проработать свои страхи. По поводу страхов можно просто побороть какие-то комплексы. Даже тогда, когда нам кажется, что все-таки жизнь конечна, мы начинаем как-то более активно развиваться, рисковать, делать то, на что раньше не хватало времени, просто потому что не рисковали. Проработав эти комплексы, можно добиться социального успеха. Да, мы понимаем, что мы к чему-то стремимся, что жизнь она одна, что ну, лучше счастье начать, да, лучше поздно, чем никогда. Это один из советов по поводу проработки страхов. Ну и в отношениях точно так же. Если есть проблемы в отношениях, то шестерка жезлов рекомендует как раз-таки эти комплексы преодолевать. Эти комплексы связаны с неуверенностью в себе, с тем, что мы себя журим, корим, что у нас ничего не получается. Но ничего страшного. Измазались, отряхнулись, встали, пошли дальше. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши «принимаю с благодарностью». А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка в шапке профиля на WhatsApp.